На календаре 3 января. 3 января 1850 года в Самаре появилась своя уездная почтовая контора. После образования губернии почтовая контора стала губернской. С 1866 года начала действовать земская почта по рассылке корреспонденции по Самарскому уезду. Еще 6 лет спустя открылась Самарская городская почта в доме купца Новокрещенного на углу Дворянской и Панской, ныне главпочтам. 3 января 1913 года в Струковском саду открылся каток. Ледовую забаву имели право посещать ученики реального училища и всех городских приходских школ, причем абсолютно бесплатно. Также в саду были расчищены аллеи для прогулок. 3 января 1913 года устроили праздничную елку для самых бедных детей. Началось празднество спектаклем, потом детям показали несколько синематографических картин. И в завершении праздника каждый ребенок получил по билету для участия в лотерее. Разыгрывались главным образом предметы первой необходимости – сапоги, платья, варежки и валенки. В том же 1913 году в центре Самары на углу Льва Толстого и Троицкой, ныне Галактионовской, открылась новая гостиница. Ежедневно вечерами здесь играли дамы-трубачи. А еще на радость публике были пианино, бильярд, буфет с заморскими винами. Словом, все для того, чтобы отдохнуть на широкую ногу. При этом в объявлениях было указано – цены на все доступные. 3 января 1940 года в Куйбышеве открылся новый музей – дом-музей семьи Ульяновых. К столетию со дня рождения Владимира Ленина в 1970 году на втором этаже музея была восстановлена мемориально-бытовая обстановка квартиры Ульяновых, а на первом развернулась научно-документальная экспозиция, посвященная самарскому периоду жизни Ленина. 3 января 1892 года родился Джон Толкин, и не просто писатель, а создатель целого мира, в котором толкинисты живут, воссоздавая его в своих играх, рассказах, песнях. Говорят, при переписи населения некоторые даже указывали свою национальность, как эльф или хоббит. После триумфального шествия по экранам мира киноэпопеи «Властелин колец» людей, незнакомых с творчеством Толкина, почти не осталось. В 1969-м родился Михаил Шумахер, прославленный гонщик «Формулы-1», семикратный чемпион мира. На его счету 91 победа. Сегодня день рождения Александра Половцева, заслуженного артиста России. Все его знают по роли майора Соловца в сериале «Улица разбитых фонарей». Гостей сегодня принимают Петр, Михаил, Никита и Ульяна. У них день ангела. Наши предки верили, что в этот день можно обеспечить себе крепкое здоровье на весь предстоящий год. Умываясь утром, надо было сказать: «Как вода лица моего коснется, так и тело мое здоровьем нальется». В то же время запрещалось вслух желать здоровья себе и близким. Опасались, что такое пожелание исполнится с точностью да наоборот. Вопреки всем прогнозам, удачи и до завтра!